Как вспоминает основательница Эврики Галина Филиппова, создать гимназию с нуля было непросто. Своего помещения не было, приходилось делить кабинеты с общеобразовательной школой. Да и родители не сразу поверили в успех проекта. Гимназическая система обучения была для Анапы новой. Однако идею поддержали активные и творческие педагоги. Наша гимназия – уникальное учебное заведение. Мы и ассоциированная школа ЮНЕСКО, и дважды победитель приоритетного национального проекта образования и многое другое. И живем мы по соседству с другой школой. Но несмотря на все сложности совместного жития, растем и развиваемся. Новые эффективные методики обучения были отмечены не только на уровне Кубани, но и в масштабах страны. В этом году гимназия Эврика стала победителем всероссийского конкурса и заняла почетное место в списке 100 лучших школ. За годы работы сложился дружный коллектив учителей. Их поблагодарили за вклад, который они внесли в развитие гимназии. Разрешите мне зачитать приветственный адрес главы муниципального образования город-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова. Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся родители, примите сердечное поздравление с юбилеем гимназии. Создавая 25 лет назад учреждение нового типа, коллектив добился высоких результатов, которыми гордится не только город-курорт Анапа, но и Кубань, и Россия. Сегодня для каждого из преподавателей и для каждого гимназиста школа – это второй дом. И, конечно, все зависит от того, какая сегодня погода в этом доме. И все зависит это от всех, которые присутствуют сегодня в этом зале. Я хотел бы пожелать всем здоровья, чтобы вы не останавливались на тех звездах и не останавливались на этом достигнутом. Этот год стал для гимназии рекордным по количеству учеников. Двери школы распахнулись почти что для 800 человек. Буквально месяц назад гимназия закончила обустройство двух новых классов. В перспективе у нас не только облагораживание нашей гимназии, но также и достижения. Наша гимназия еще является краевой инновационной площадкой. И мы предлагаем свой опыт, его распространяем пока в крае, но и в России в целом по духовно-нравственному воспитанию личности. Праздничную программу полностью приготовили учителя и гимназисты. Юные артисты кружились на сцене в вальсе, а педагоги поздравили коллег музыкальными номерами. Как говорят учителя, 25 лет – это только начало долгого и успешного пути. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.